Поле битвы, пляж ДжМТ, оружие, перчатки и мусорные мешки. Враг, бутылки, банки и другой мусор, который оставляют после себя шторм, а бывает и горожане, и гости курорта. Сотрудники Управления экономики и инвестиций в полном составе вышли на уборку пляжной территории. Более 2 километров убрали за один день. Вывезли полный прицеп мусора. Бытовые отходы отвезут на полигон ТБО. Уборка территории продолжится. Коммунальные службы, они работают на полную мощь, но не везде техника может подойти. В барханах зимние шторма и весенние шторма нанесли немало всякой грязи, пыли. Ну а чтобы наши гости курорта были довольны. А в субботу состоялась еще одна операция по наведению порядка на побережье. В этот раз десант из более чем 100 человек высадился на Бугасскую косу. Все распределились на группы. За каждой закрепили свой участок. На пляже хаос, нанесенный штормом мусор и высохшая тина. А за зиму здесь образовались залежи пластиковых бутылок, пакетов, досок и веток. Чистоту на косе протяженностью 13 километров навели работники муниципального контроля и других управлений. Уборка шла весь день. Кстати, теперь чистота на косе гарантирована. Участники десанта будут следить за порядком и поддерживать его постоянно.